Долгие годы в обществе обсуждается вопрос, нужно ли простым гражданам иметь огнестрельное оружие. Мнения по этой проблеме зачастую звучат противоположные. В четверг, 18 ноября, в 21 час этому будет посвящена программа «Правда». Возрастное ограничение 18+. В преддверии этого эфира наш корреспондент поинтересовалась мнением тверичан, что они думают по этому поводу. Как говорил Антон Павлович Чехов, если в первом акте висит ружье, значит в последнем оно должно выстрелить. Сейчас мы узнаем мнение тверичан по поводу хранения оружия дома. Я считаю, что только охотникам с разрешением после 21 года. В частных домах, наверное, все-таки. В безопасности. Я думаю, да, наверное, все-таки может быть. Ну, какой-нибудь перцовый баллончик, да, почему нет? Если особенно поздно вечером возвращается домой, там, с учебы, с работы, то обязательно. Потому что встречаются иногда не очень адекватные люди. То есть чисто теоретически оружие, особенно девушкам, нужно иметь? Да. Ну, такое, легкая защита. Нельзя хранить оружие дома. А почему? Потому что оружие всегда может выстрелить. Поэтому ни в коем случае. То есть вы считаете, что это опасно, правильно? Очень опасно, очень опасно. Хранить оружие дома не стоит в связи с тем, что... Ну, грубо говоря, может быть, какие-то посторонние люди, тоже гости, дети, кто-то это оружие может найти и воспользоваться им не по применению. За безопасность у нас должны отвечать наши доблестные правоохранительные органы. Знаете, я вообще-то человек военный, профессионал когда-то был, поэтому дома хранить оружие вообще никакого не надо никому. Ну, хранить, если есть разрешение на него, а применять только в экстренных случаях и не на поражение, допустим. Угу. Как-то отпугнуть воздух. Обычно воздух помогает, угу. Наверное, я не знаю. Я так думаю, что вот в данное время, вот сейчас, и на какой-то период, не то что на период, вообще надо. Как мы можем заметить, мнение людей неоднозначно. А подробнее эта тема будет обсуждаться в вечернем выпуске ОТР.